Друзі, радий вітати всіх разом з нами. Ютуб-канал Фабрика Новин, я Юрій Вібік. Не забудьте, будь ласка, на старті нашої бесіди поставити лайк цьому випуску. Не забувайте про коментарі і про підписку. Для нас це дуже важливо. І дякую кожному, хто підписався. Нас понад 4 мільйони. Мій гість – пан Сергій Жернов. Це експівробітник КДБ і спеціаліст з міжнародних відносин. Сергій Олегович, рад вітати вас. Здравствуйте. Привет, Юрий, привет всем нашим зрителям. И мы должны сказать, что вы работаете в экстремальных условиях в Украине сегодня. Все ваши коллеги без света, без кондишена, в жаре и так далее. Но выходите на связь, и поэтому те люди, которые не ставят вам лайки и не подписываются на ваши каналы, это нехорошие люди. Спасибо вам большое за эту ремарку. Давайте в таком случае прорекламируем, в том числе и ваш телеграм-канал Сергей Жернов. Он так и называется, друзья, я подписан. Вам тоже советую, поверьте, там достойный контент, очень качественный, главное, проверенная информация. Сергей Олегович, ну, действительно, много тем сегодня хотелось бы обсудить. И, конечно же, то, что во Франции происходит, да, арест Павла Дурова. И, безусловно, как Беларусь подводит свои войска и как реагирует, что задумал Лукашенко. Обсудим, ну, начнем, вернее, с того, что сегодня произошло. Просто, ну, рекордный, по сути, массированный обстрел, ракетно-дроновый обстрел. Значит, у меня под рукой вот есть соответствующие цифры. Из 127 ракет и 109 шахедов сбито 102 ракеты и 99 дронов. То есть 25 ракет, по официальным данным Украины, сбиты не были. Тем не менее, это хороший результат, если мы смотрим на там, условия современной войны. Это максимум, на что способен Путин, как вы считаете? Да, я думаю, что на сегодняшний момент это был максимум, это потому что это был самый серьезный удар, потому что даже тогда, когда были очень серьезные удары, помните, когда это началось такое, это было в осенью 22 года после удара по Крымскому мосту, то есть там было ну, до 150 летающих чего-то, вот по памяти, а обычно было где-нибудь там в районе 100. Здесь уже 200, и из этих 200 практически, сколько там получается, 80%, даже 85% или да, 90% сбито. Вот. Это очень хороший результат, потому что сейчас, конечно, Украина лучше защищена, чем 2 года тому назад. Вот. Но дальше просто там еще есть типы некоторых ракет, которые просто сложно сбивать. Вот. Но у вас появились F-16, которые позволяют теперь сбивать и то, что раньше не сбивали системы ПВО наземные, потому что с самолета видно выше, и с самолета можно сбивать какие-то ракеты, которые не сбиваются с земли. Вот. Так что, в общем, результаты, конечно, это очень хорошие. Но понятно, что даже 25 ракет, которые пролетели, это все равно где-то какие-то разрушения, это где-то ранения, где-то, возможно, даже гибель людей. Вот это разрушение структуры. Вот это, конечно, увы, война, так, которая напоминает о себе каждый день. Вот. Но, с другой стороны, вы знаете, Украина в этом смысле сейчас другое совершенно мотивационное положение, потому что раньше Украина выступала жертвой, исключительно жертвой агрессии. Теперь Украина отвечает Путину тем же самым. То есть, строго говоря, если вы посмотрите зеркально, как Украина долбит по там, 7-9 областям чуть не каждый день ракетами и дронами. Президент Зеленский рассказал о новой дроне-ракете. Значит, попробую произнести по-украински. Значит, полоныця, да? Полоныця. Да, что является, кстати, это такая проверка для русских, умеют ли они говорить по-украински, потому что по-русски это действительно сложно произнести, потому что одновременно очень мягкий слог и очень твердый слог. И после твердого слога сказать мягкий русскому трудно, украинцу легко, а русскому трудно. И вот такой пароль, знаете, как «Чей Крым?» вот, и произнеси «Полоныця». Вот, ну, в общем, то есть мы пытаемся все равно все-таки брать какой-то позитив даже в такой ситуации. Мы, опять же, вспоминаем, что уже 3 недели идет наступление украинских войск в Курске, что Путин практически сдался пока что оперативно, то есть там пока они не готовы ничего делать стратегического, они только копят силы, они только говорят о том, что там обеспечивают безопасность, собирают совещания, вот, и начинают готовиться к тому, чтобы просто сравнивать с землей все эти российские населенные пункты, которые заняла Украина, то есть, в принципе,
В этом смысле я, кстати, не сомневаюсь ни секунды, что Путин не будет заморачиваться очень сильно, он не будет, так сказать, хранить для своих жителей. И они, кстати, это прекрасно понимали, потому что я видел такие интервью людей, которые убежали в свое время с юга Курской области, и они понимали, что, в общем, когда их начнут, так сказать, освобождать, то... камня на камне после этого дела, после этого освобождения не останется. Параллельно с этим Лукашенко подводит войска. И вчера, в особенности к вечеру, многие паблики обращали на это внимание, и не только паблики, но и государственные учреждения, вот, например, МИД Украины, да, там уже прямо сказали, и мне очень понравилась форма, потому что ранее мы как-то, ну, пожалуйста, вы там что-то видим, как-то вы там подводите, а тут уже это четко сказали, послушайте, все там военные цели, все там логистические пути, все там скопления войск, РСЗО и прочее, прочее, все законные цели Украины, если вы не отведете эти войска и технику, собственно. Я хочу вас спросить, Лукашенко этот сигнал понял, как вы думаете, или он будет идти дальше, продолжать? Я думаю, что он прекрасно понял, но, кстати, его сказать то, что он сказал, его все-таки заставлял Путин, потому что Лукашенко это все прекрасно понимает, потому что, во-первых, он знает, что у него маленькая армия, армия, которая никогда ни с кем не воевала. То есть воевать она не умеет. Конечно. Вы вспомните то, что он, как он распускал розовые слюни в прошлом году по поводу вагнеровцев. Он говорит, вот к нам приехали вагнеровцы, наконец-то нам рассказали вообще, как идет настоящая война. Потому что наши военные, а вокруг него стоят такие генералы все, увешанные орденами, наши военные на самом деле вообще не знали, что такое мина, не знали, что такое наступление, не знали, что такое дрон, не знали, что такое современная война. Лукашенко отдал все свое вооружение Путину. Это, кстати, был для Украины очень хорошая новость. Это означало с самого начала, что Лукашенко не собирался воевать с Украиной. Вот, потому что он с Путиным, так сказать, он говорил, что вот возьми у меня все, значит, возьми танки, бронетранспортеры, пушки, снаряды, все возьми. А когда Путин ему сказал, слушай, ну давай это, вступай, открывай второй фронт. А Лукашенко ему говорит, а чем, я же тебе все отдал, у меня теперь... стрелковым оружием, то украинцы меня покрошат просто в капусту или там в картошку, если мы говорим про белорусов. Вот. Или там в молочные продукты, вот, которые вкусные. Вот. Но, так сказать, рожек и ножек от него не останется. Плюс на вашей стороне воюет полк Калиновского, то есть, в принципе, положим вполне возможен вариант Первой мировой войны, ты начнешь войну, а тебе придет революция, тебя скинут, и к чертовой бабушке ничего не останется. Плюс к тому же Путин, если вдруг там украинские войска войдут на твою территорию, то он опять же будет бомбить, не разбирая все, что там есть в Беларуси, а тебе потом отвечать за это и тебе самому потом восстанавливать, потому что Путин, конечно, за это платить не будет. Вот в Беларуси всего два МПО, МПЗ, и так что, в общем, три дрона, и Беларусь сидит без бензина, и все, а уборочная кампания сейчас идет, а и сеятельная кампания о зимах, так сказать, надо сеять, и, в общем, Лукашенко прекрасно понимает, что Украина может вообще там за, ну, реально там за три дня и до Сувалковского коридора, еще неизвестно, кто откроет этот Сувалковский коридор в Калининград, может быть, это будет Украина вместе с войсками НАТО, и дальше уже там есть, чтобы так два раза не вставать, как бы тогда можно и Калининград тоже покончить раз и навсегда. Тем более, что они теперь сняли очень значительные силы, перебросили в Курск, то есть там типа ничего не осталось. И к тому же на этой территории можно захватить российское ядерное оружие, и Украина станет ядерной державой, вот, которая вполне себе это тактическое российское оружие может переделать под свое. То есть понятно, что там стоят какие-то защитные коды, но в Украине есть достаточно инженеров-ядерщиков, которые просто разберут эти ядерные заряды, сделают, так сказать, поставят на них свое ПО, и все, и дальше Путину скажут, ну чего, Вовочка, будем красными кнопками теперь мериться, у нас теперь есть чем мериться, вот у нас твои красные кнопки есть. Вот. Да. Так что я так думаю, что Лукашенко эту вещь понял, а если не понял, то он очень глубоко пожалеет об этом. Знаете, интересная тема, еще одна, которая касается в том числе беспилотников, потому что сегодня прочитал в немецкой прессе
что Россия планировала атаковать дронами базу НАТО в Германии, где стоят самолеты дальнего обнаружения. И там такая объемная довольно статья, указаны конкретно, какие виды авиации стоят в Гельзенкирхене. И вот при помощи беспилотников россияне хотели это сделать. И это издание ссылается на разведку Германии. То есть это не просто какие-то там источники сомнительные, да? Это разведка Германии, вполне официально. Я хочу вас спросить, а почему Германия никак не реагирует? А как бы отреагировала любая другая страна Европы? А может, Путин переходит некие красные линии, но нет должной реакции, чтобы он в будущем этого не делал? Почему так все аморфно как-то, да? Не, ну я думаю, что на самом деле это пугалка, это нереальный какой-то план. Должен сказать, что в любом генеральном штабе, не только в Российской Федерации, есть всегда план какой-то агрессии против вас и какого-то ответа вашего. Вот. И такие планы были в Советском Союзе, там были планы ударов ядерных по Вашингтону, по Нью-Йорку, по Чикаго, по Лос-Анджелесу, по военным целям, по Парижу, там, я не знаю, там, по французским вооруженным силам, там, по Берлину и американским базам НАТО в Европе. Вот это всегда существует, но я очень сильно сомневаюсь, что Российская Федерация что-то реальное такое могла планировать. Это больше вот из истории, которую рассказывает Валерий Дмитриевич Соловей, там, что там Российская Федерация готовится какой-то новой атаки на НАТО, потому что, смотрите, вот украинские войска регулярно вошли в Курск. Ну и чем ответила Российская Федерация? Понятно, что у нее все боеспособные части сейчас на востоке Украины. Да. Ничего другого боеспособного, кроме ядерного оружия, у них вообще нету. Вообще нету. Вот, и это видно по Курску. То есть вот в Курске они не могут даже собрать сразу какой-то кулак. Снимать с фронта они не хотят, потому что они хотят долбить дальше Донецкую область. И отвечать нечем. Вот. И предположить, что они еще пойдут там в Германию в какую-то там долбиться. Да? Потому что, ну, если, во-первых, для того, чтобы отбомбиться по Германии, то есть с Балтики, правда, можно прямо на Германию. Вот. То есть это все равно страна НАТО, это, безусловно, сразу война с НАТО. Вот. И это сразу 32 страны. С половиной экономического потенциала планеты, которые сразу станут прямыми странами, которые войдут в этот военный конфликт. Нет, это надо быть абсолютным идиотом, хотя Путин, в общем, не очень умный человек, но он не до такой степени идиот. Вот, то есть идиот не до такой степени. Вот на Украину он мог, конечно, пойти, не подготовившись к войне, но напасть на страну НАТО, тем более на Германию, которая находится под ядерным зонтиком американским, которая находится под защитой натовских баз американских. Нет, это пугалка. Но эта пугалка, она для чего? Она, в общем, я вам объясню, это для немецкого читателя и для немецких политиков, для того, чтобы они быстрее реализовывали то, что они пообещали, что они затратят ближайшие там несколько лет 100 миллиардов евро на полную реорганизацию немецкой армии. И вот я думаю, что вот нужно эту такую прививочку, такое время от времени делать, такую, значит, как это называется, укольчик такой дополнительный, чтобы стимулировать этого немецкого бюргера и политиков на то, чтобы они там не сомневались, что эти средства выделять надо, потому что сейчас готовится бюджет на очередной год. Вот да, мы слышали, говорят, что, в принципе, они не хотят выделять столько же, сколько в этом году на Украину. Это не означает, кстати, что они перестанут помогать Украине. На следующий год планируется где-то 3 или 4 миллиарда евро помощи немецкой, вот, что, в принципе, на том уровне, на котором это планировалось в этом году, это потом они просто сказали, что в два раза больше они дадут в этом году. Вот. Но, в принципе, это не такие маленькие деньги. Вот. И этого бюргера надо попугать, и вот для того, чтобы его попугать, я сразу вспоминаю стишок: говорил попугай попугаю, я тебя попугай попугаю. Попугаю в ответ попугай. Попугай, попугай, попугай. Ну вот и попугали. Ну, да. Сергей Викторович, прежде чем перейти к, я считаю, одной из самых топовых тем, к Дурову, хочу вот еще такой вопрос задать. Какую бы вы оценку дали последнему материалу издания The Guardian? Guardian – серьезнейшее издание, влиятельнейшее издание. Они пишут о том, что Украина хочет склонить Россию к переговорам, взывая к западным партнерам, чтобы те позволили использовать ракеты Storm Shadow для ударов по
Москве, Питеру, по военным целям, в Москве, Питеру, Московской области, Ленинградской и так далее. И вот это может как-то поспособствовать. А почему? Потому что вот издание New York Times, еще одно, ну, как бы влиятельное издание, пишет, что после Курска у людей, у россиян кардинальным образом изменилось отношение к Путину, пусть и там не такой большой процент, но это значительно. Такое последний раз было после похода Пригожина на Москву. Так вот, как вы думаете, может ли Запад позволить и себе, и Украине такое? Позволить использовать оружие по главным городам Российской Федерации? Давайте мы не будем забывать, что все-таки, когда идет война и в информационном поле тоже. Ну, то есть все публикации на эти темы, это тоже ИПСО, надо просто смотреть, кому оно выгодно, кто его продвигает. Вот, я думаю, что это ИПСО, которое выгодно Украине, потому что это тоже пугалка. Это пугалка Путину, и это пугалка западному лагерю, в том смысле, что можно пугать тем, что Украина просит бить по Москве, и тогда ей, наконец, разрешат бить на 300 километров по военным базам внутрь российской территории на приграничных областях. То есть это так можно рассматривать. Вот. И, опять же, это подготовление, потому что всегда нужно пугать Путина, потому что Путин пугает Запад, и Западу хорошо бы научиться пугать Путина. Вот. Поэтому я бы не воспринимал эти публикации все на 100%. Вообще ничего сейчас воспринимать на 100% нельзя. Надо постоянно оговариваться, что это может быть ИПСО, что с одной, что с другой стороны. Украина, кстати, использует очень активно ИПСО и правильно делает, кстати. Это важная составляющая части, в том числе для того, чтобы получить, кстати, западную помощь, чтобы она не ослабла, чтобы ей давали новое вооружение, чтобы ей давали возможность бить, по крайней мере, по логистике прифронтовой, которой у нее нету, да, то есть она может бить там на 80 километров, на 100, а нужно бить на 300, на 400. Вот Украина, правда, еще навязывает Западу сама, самостоятельно, она говорит, что у нас есть свои собственные средства, и Украина, кстати, не стоит на месте, она разрабатывает свои средства, которые идут дальше. Украина – страна с промышленным потенциалом при Советском Союзе. Я вам напомню, что авианосцы советские строились в Николаеве, да, они никакого другого завода, который мог строить большие суда, не было. Так что это потенциал украинский. Я вам напомню, что стратегические ракеты межконтинентальные строились Южмашем в Днепро. Вот. И, так сказать, Украина может всегда себе построить, если захочет, и если будут средства, любую стратегическую ракету, которая улетит на 10 тысяч километров куда угодно. Другое дело, что там головная часть пока что нечего приделать. Вот. Но саму ракету Украина может сделать и крылатую ракету, и средней дальности, и дальней дальности, какую угодно. Если она задастся ей. Я думаю, что, кстати, в плане развития военной индустрии Украина будет восстанавливать все эти заводы, и она будет строить свои собственные. То есть если она делала на Мотор-Сичи роторы для кашек, то почему ей не делать роторы для своих собственных боевых вертолетов? Вот ей совершенно не обязательно покупать у кого-то вертолеты НАТО, она может вполне себе делать свои собственные вертолеты. Вот Украина строила самолеты, у Украины было свое самолетостроение, она может себе построить свой флот, у нее есть для этого все, что можно. Просто нужно время, деньги, безусловно, вот, и приоритеты, потому что сейчас пока приоритет – это война с Путиным. Вот, но все, что Украина сейчас нарабатывает в плане ВПК, и это, кстати, затем будет экспортная отрасль, которая уже сейчас уже становится вполне себе приличной отраслью. Морские дроны украинские, я так думаю, что уже начинают какие-то страны интересоваться, а не купить ли нам украинские морские дроны, ну, вот, потому что они вполне себе интересны. Другие какие-то дроны, там в Украине существует больше 100 разных видов дронов. То есть на самом деле мысль не стоит на месте. Вот. Ну а пугалки тоже работают. Посмотрим, насколько эти пугалки будут результативны. Вот я так думаю, что Путин, конечно, понимает только силу, и только с позиции силы можно будет ему навязать что-то. Я, правда, убежден, что с Путиным никакие переговоры невозможны, лично с Путиным, потому что Путин человек недоговороспособный, раз.
И у Путина репутация человека, который не держит никакого своего слова. То есть если даже его усадить за какие-то, за какой-то стол переговоров и заставить даже что-то подписать, нет никакой гарантии, что он это будет исполнять. И поэтому с Путиным бессмысленно садиться за стол переговоров и подписывать что-то. И поэтому я считаю, что абсолютно правильный тот документ, инициированный президентом Зеленским и Советом национальной обороны и безопасности, который говорит, что с Путиным не о чем просто разговаривать, с гражданином Владимиром Владимировичем Путиным Российской Федерации нет смысла садиться за переговоры. С Россией, в принципе, какие-то переговоры вести можно. Мы видим, кстати, что, несмотря на то, что 5 человек или там 6 человек с российской стороны сказали, что о чем теперь договариваться с Украиной, произошел совершенно спокойно обмен 115 военнослужащими, тут же там, буквально там через 2 недели, да, и Российская Федерация, кстати, сама вышла инициатором этого обмена, вот, и отдала, кстати, многих, ну, я не знаю, были там напрямую азовцы, но там, по крайней мере, были явно люди, которые воевали в Мариуполе, то есть очень давно, которые сидели в тюрьме. Мы видели, в каком состоянии, кстати, они находятся, то есть это абсолютно узники концлагеря, которых отпустили из типа там Маттенхаузена или какого-нибудь там Аушвица. Вот, то есть понятно, что их выцарапали из когтей смерти практически. Вот, но Украина заставила Россию поменять, потому что обменяла ее новобранцев, ее рекрутов, ее этих самых срочников. Вот, и теперь обменный фонд у вас большой. Вот, так что будем смотреть, чем это закончится. Вот, но с Путиным бессмысленно разговаривать, с моей точки зрения. И в любом случае с Российской Федерацией можно разговаривать только с позиции силы. Я тоже согласен в той части, что только с позиции силы, потому что по-другому это в принципе не работает. Да и в целом со многим из того, что вы сказали, согласен, Сергей Олегович. А чем закончится дело Дурова? Подходим к важнейшей теме, потому что много вопросов у меня накопилось. Задерживают Павла Дурова, миллиардера, да, основателя Telegram и ВКонтакте. До этого он то ли встречался, то ли не встречался в Баку с Путиным, когда тот прибыл на встречу с Алиевым. Песков говорит, не встречался, а другие люди говорят, что, возможно, и встречался. Его задерживают, и вот обвинение по 12 статьям. Не буду все цитировать, потому что это очень много времени займет, зрители так уже в курсе. И то есть дело такого масштаба, что выходит президент Франции Эммануэль Макрон и говорит, я читаю прессу, лживую прессу, которая там пишет и клевещет на Францию, и хочу сказать, что здесь нет никакой политики. Поэтому вопрос, Сергей Олегович, есть ли здесь политика или нет? Почему его задержали? Встречался ли он с Путиным? Агент ли он ФСБ? Потому что Россия пытается вытащить его всеми возможными способами. Это я такого не видел уже очень давно. Ну и так далее. Вот вам карты в руки, что думаете? Ну, во-первых, пока что, к сожалению, мы мало чего можем сказать реального. Кроме того, что его задержали, это точно. То, что его задержали, вот характер задержания, это непростая вещь. Вот это не просто, потому что гражданина Франции, которого просто в чем-то подозревают, его имеют право задержать на 24 часа. Потом прокурор может в виде исключения продлить на 48 часов. Павла Дурова сразу задержали, сказали, что это режим 96-часовой, а это значит, что там ему вот клеют очень серьезные статьи, то есть действительно какие-то там террористические статьи и так далее. То есть это особый режим задержания и допроса в качестве свидетеля. Ну, кстати, его процессуальный статус не прояснен. Вообще мы ничего не знаем, и это тоже норма. Потому что когда идет, так сказать, предварительные какие-то процессуальные вещи, то очень мало рассказывается. Вот, ну, грубо говоря, осталось 2 суток до истечения этих 96 часов, и в любом случае прокуратура, та, которая его задерживала, потому что пока что, кстати, неизвестно, какая именно составляющая правоохранительной системы Франции будет его преследовать и будет ли преследовать. Вот, в зависимости от этого, в любом случае, через 96 часов его должны либо отпустить, либо ему предъявить обвинение. И дальше это переходит сразу к судье, который должен сказать, будет ли он содержаться под стражей, отпускаться под домашний арест или просто выпускаться из камеры предварительного заключения. Вот. Пока что очень мало чего, и сразу очень много всяких версий циркулируется. Значит, говорили, одна из версий, что
он типа специально прилетел на встречу в Баку, на встречу с Путиным, но якобы Путин ему отказал. Вот, значит, на самом деле, по моим сведениям, он там находился аж 3 недели в Баку. Он активно общался с администрацией президента Азербайджана, с чиновниками. Он получил встречу с Путиным, встретился с ним в закрытом режиме. И последнее мероприятие, на котором он был, это был фестиваль SeaFest 2024, такая большая-большая-большая тусовка с 23 по 28 августа, которая происходит на курорте, значит, Sea Breeze на Каспийском море, вот, и где он, так сказать, ну, как бы на открытии, на первые сутки, и там тусовка, ну, очень крутая, потому что весь people абсолютно такой звездный туда собрался, и российский в том числе, вот, и, в общем, оттуда он практически улетел уже во Францию. Дальше все это уже версии и домыслы, почему так, почему во Францию, хотя он знал, что его там будут не то что арестовывать, но задерживать, по крайней мере. Вот, дальше вся эта история, почему Россия вдруг так активно стала его выцарапывать. Вот я так думаю, что я сомневаюсь в том, что Павел Дуров является действующим агентом ФСБ, и что он работает на российские спецслужбы, но российские спецслужбы чрезвычайно заинтересованы в нем для того, чтобы, если они его выцарапают, то потом получить ключи доступа к его всей системе Telegram и прочитать. Вот, то есть это, в принципе, вот такая штука. То есть, вы знаете, это такая же вещь, вот я вам просто могу из своей, так сказать, из своей реальной биографии, вот у меня же статус бизнеса 2001 года. Ну, я его получил в 2004, но, с обратным действием с момента переступления границы с Францией 11 июня 2001 года. Вот. И вроде, ну, всем понятно, что я там 23 года нахожусь на территории Франции со статусом беженца, то есть у меня нет никакого действующего российского документа там, и так далее. Ну, и французского паспорта тоже нет, у меня стаж вот беженца. Вот. И в 2019 году мне в Российской Федерации присвоили звание полковника запаса и вызывали меня там, значит, через мою квартиру, моих родителей в военкомат. Вот. И когда я написал военкому города Москвы, он мне лично ответил, что типа, парень, нет, ты до 65 лет у нас числится старшим офицером в запасе, вот, перевели тебя из первого разряда во второй, вот, и я посмотрел по закону о воинской обязанности, это соответствует званию полковника запаса. То есть это вот таким образом они просто хотели, может быть, меня скомпрометировать и показать французам, ну вот смотрите, вот он типа у вас там ходит и разыгрывает и себя там беженца и правозащитника, а вот на самом деле у него он там является полковником запаса. Но я по этому поводу написал очень смешную статью, ее можно прочитать на моем профиле в Прозе.ру, как меня произвели в полковнике, где я все это дело в деталях воспроизвожу. То есть я не исключаю того, что вся эта компания огромная, где там и Захарова подключилась, где там и Давенков подключился, там и Медведев, кого только не подключились, скоро Путин выскажется, правозащитник, самый большой правозащитник в мире. Вот. Ну а дальше ждем, значит, Мадуро, Ким Чен Ына и Рауля Кастро, ну то есть всех самых больших правозащитников, которые будут требовать, чтобы из-за стенков жуткого совершенно капитализма западного вот, освободили несчастного Павла Дурова и отдали его белого пушистого к белому пушистому ФСБ, который о нем позаботится, как о Сноудене. Да? Сноуден, кстати, там тоже высказался уже. Вот, ну и так далее. Вот, ну и пару слов еще, естественно, в любом случае Павел Дуров находится во Франции в нормальной стране, с нормальной правозащитной системой, где у него есть все права на защиту, весь процессуальный его статус соблюдается, никто его не пытает в этих застенках, у него есть, безусловно, хорошие адвокаты, средства у него для этого есть. Вот. И сам факт, что его задержали, это не означает, что это закончится каким-то уголовным преследованием, потому что я вам напомню, что кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп уже является реально признанным судом
по 36 пунктам обвинения преступникам, признанным судом. Суд, правда, еще не назначил ему наказание, но на нем еще висит 3 уголовных преследования. Это не мешает ему участвовать в предвыборной гонке, рассказывать, как его преследуют, и рассказывать, что даже если его посадят в тюрьму, он все равно будет президентом Соединенных Штатов Америки и так далее. Так что давайте мы не будем при этом драматизировать. Вот, ну, а дальше будем смотреть, что нам расскажут французские правоохранительные органы, потому что бывает такое, когда сливают довольно быстро, здесь молчание полное. Молчание полное из правоохранительной системы. Ни одно издание пока что не добилось никаких сливов серьезных. Вот. Ну и то, что президент Макрон, в общем, сказал, что это правда, политические власти не имеют влияния на судебную систему во Франции, как бы им ни хотелось, и это Франция многократно доказывала. Вот. И так что, в общем, будем надеяться, что все это закончится в правильном юридическом понимании. Сергей Олегович, благодарен вам за этот эфир. Всегда, мне очень нравится, всегда очень интересный у нас совместный эфир получается. Спасибо вам большое за это, и спасибо, что время для нас находите. Берегите себя, пожалуйста, и до скорой встречи. Спасибо взаимно, но берегите лучше себя, потому что все-таки меня не бомбят пока еще, а вас бомбят. Да.